Урок четвертый. Четыре А. Sie und wiederholen Sie. Ужасно холодно. Это правда. Das ist Вчера. Гестран. Думать. Denken. Скоро. Bald. Что вы делаете? Was machen Sie? Летать. Fliegen. Солнце светит. Die Sonne scheint. Возможно. Vielleicht. Идти. gehen. Bis скорой встречи. Bis bald. 4B. А теперь послушайте, как Frau Müller und Frau über говорят о погоде. Guten Morgen, Frau Mayer. Heute ist es aber furchtbar kalt und neblig, nicht wahr? Ja, das ist wahr. Gestern war es noch so schön. Ich denke, es schneit morgen. Was machen Sie denn diesen Winter? Ich fliege nach Mallorca. Die Sonne scheint oft und man friert nicht. Und was machen Sie? Vielleicht gehe ich Skifahren. Bis bald. Auf Wiedersehen. Jetzt hören Sie zu und wiederholen Sie. Dobre Frau Mayer. Guten Morgen, Frau Meier. Heute ist es furchtbar kalt und neblig. Nicht, Nicht wahr? Da, ja. Das ist wahr. Gestern war es noch so schön. Я думаю, завтра пойдет снег. Ich denke, es schneit morgen. Что вы будете делать этой зимой? Was machen Sie denn diesen winter? Я полечу на Майорку. Ich nach Там часто светит солнце и не холодно. Die Sonne scheint oft, und man friert nicht. А что вы собираетесь делать? man friert nicht. а Возможно, я поеду кататься на лыжах. Возможно, я поеду кататься на Auf Wiedersehen. 4C. Давайте узнаем прогноз погоды. Идет дождь. Es regnet. Морозно. Es friert. Жарко. Es ist heiß. Душно. Es ist schwül. Grosa. Das Gewitter. Grom. Der Blitz und der Donner. Pagode. Das Wetter ist wunderschön. Vesna. Der Frühling. Leta. Der Sommer. Osin. 4. Sie sind ran. Пожалуйста, ответьте на вопросы, используя ключевые слова. Когда жарко? Ван ист эс хайс? Когда холодно? Ван Винтер. В Какое время года предшествует зиме? Хербст, А лету? Фрюлинг. Четыре е. В разговорном немецком языке. Будущее время часто выражается при помощи настоящего времени и наречия времени. Например, Morgen. завтра. Завтра пойдет дождь. Morgen regnet es. На следующей неделе пойдет снег. Nächste Woche schneit es. О событиях прошлого надо всегда говорить в прошедшем времени. Вот как образуется простое прошедшее время от глагола «зайн» быть. Я был. Ich war. Ты был. Du warst. Вы были. Sie waren. Он, она, оно, был, была, было. Er, sie, es, war. Мы были. Wir waren. Вы были. Ihr wart. Они были. Sie waren. В понедельник было так жарко. Am Montag war es so heiß. Вчера я была в Берлине. Ich war gestern in Berlin. Неопределенное местоимение man, один, употребляется в немецком языке достаточно часто. Будьте внимательны, чтобы не спутать его с существительным der Mann. мужчина, муж. Этот мужчина живет в Мюнхене. Der Mann wohnt in München. Там хорошо жить. Man lebt dort gut. Как это удается сделать? Wie macht man das? 4F. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, используя ключевые слова. Heute bin ich in Frankfurt. Und gestern? Hamburg. gestern war ich in hamburg und wo war herr müller gestern düsseldorf herr müller war gestern in düsseldorf wie kommt man von frankfurt nach hamburg fliegen man fliegt 4G. Беседа о погоде вполне соответствует светскому разговору. Часто немцы начинают разговор такой, например, ни к чему не обязывающей фразой, как, например, «Калт heute, nicht «Сегодня очень холодно, не так ли?» или «Шенес вето heute, гел?» «Сегодня прекрасный день, не правда ли?» «Зимой при рукопожатии следует снять перчатки». 4h Давайте теперь поговорим с господином Вагнером. Guten Tag, wie geht's? Ответьте прекрасно, благодарю вас. Gut, danke. Kalt heute, Согласитесь с ним. Das stimmt. Скажите ему, что вы завтра летите в Америку. Ich fliege morgen nach Amerika. Auf Wiedersehen und guten Flug. Господин Вагнер попрощался с вами и пожелал вам счастливого полета. Как вы ответите ему? Vielen Dank. Auf Wiedersehen.